Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Tlix4Books. Вспоминаем. Заходим. Ну и, конечно же, работаем. Ну, здесь ниже приведена группа. Все замечательно, друзья. Проект работает, платит. Вот, у меня все по нулям, так как я сегодня сделала вывод. И, конечно же, все супер. Давайте я перейду на кошелек. Значит, минимальный вывод отсюда от 2 долларов. Набираем 2 доллара, можно ставить на вывод. Но лучше набирать сумму побольше. Почему? Я вам сейчас все расскажу. Значит, смотрите, 19 ноября... Перевод выполнен. Сумма получения 74 цента. Перевод выполнен. Комментарий. Tlix4Books. Все супер. Значит, что еще я хочу сказать? Это чисто мое умозаключение. Вот. Что проект... Я так думаю, настроен на долгосрочную работу. Сейчас я вам покажу скриншот. Сделала я сегодня, друзья, вывод. 2 доллара. 2 доллара 5 центов, по-моему, было. Так, и что здесь у нас по выводу? Обратите внимание, у них комиссия 2.9%. Почти 3%. Плюс... Доллар 25 вычли. И вот моя сумма 74 цента. И начала я так думать, что раз он настроен на долгосрочную работу, платить-то надо людям. Правильно? Все боятся мошенничества. И большие суммы-то не заводят. Вот. И поэтому он сделал такую комиссию, чтобы проект работал и как бы развивался. Рекламка у меня... Ну, я в первой группе все до сих пор болтаюсь. И у меня просмотрено на 12 центов. Мне платят ежедневно. И буду я теперь уже смело его развивать. Я тоже... У меня есть сомнения. Не есть, а были сомнения. Тоже поймите... Как бы вот, потому что много мошеннических сайтов сейчас, слава богу, вроде как и все у меня вот эти проекты из Баппоинта все адекватные и все платежеспособные, все хорошо работают и платят. Один АД-пакет, напоминаю, стоит 1 доллар, но пополнение здесь, друзья, от 2 долларов. Здесь, значит, сначала пополняем АДД фунт, если кто захочет присоединиться. А после пополнения ваши денежки поступают на этот баланс. Далее покупаете АД-пакеты. Вот здесь, если один пакет 1 доллар, кликаем. Также можно... Так... Пуршаз баланс, да. Здесь, если один пакет, кликаем на синюю вкладочку, покупаем пакет, или сколько там пакетов прописываете. И вот 1 доллар, 1 пакет. А пополнять еще можно, друзья, из заработанных денежных средств. Вот что я вам хотела. Видите, аккаунт баланс. Можно с аккаунта баланса уже увеличивать свою группу, как бы наращивать баппоинты. Здесь Payer и биткоин, CoinPowerment. Или криптовалюта, я не знаю, я криптовалюты не пополняю, только если что, Payer. Ну, а так в основном с аккаунт баланса. Все, уже наращиваю как бы монетки. На данный момент у меня 6460 вот этих... баппоинтов. Ну, все замечательно. Продолжаю работать. Хотите, работайте, хотите, нет. Я поделилась с вами лишь информацией. Ну, а решение за вами. Никто никого не принуждает.
Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.